Лёша приехал к нам настроить. Она мешать будет. Нет, она как раз не будет мешать. Если ее срезать, то она не будет мешать. Но тут так уже... она ж, смотри, молодая вся. Нет, это нет. А там все старое, то засохнет нафиг. Нет, и останемся вот, без яблони. Вот, вот новая ветка. Вообще молодая. Перспективная ветка. А это, ну блин, ну. Ну смотрите сами. Нет, я ж ничего не прошу. Давай попробуем нагнуть, Лешек. Ну, как? Сейчас попробуем нагнуть. Оно ж вот тарелка стоит. И у Лешика телевизор перестал показывать. Так ветка же была. Сейчас посмотрим. Если ничего не изменилось, значит головка замерзла. И в прошлом году была. Может там и провод что-то. Ну какой? Телевизионный. Какой? Ну глянь, ну ему сколько лет уже? Ну. Каких? Уже 8 будет осенью. 5. Может 8. 5. Ага. Если когда бантины не подходят. 5. Что? А они сразу не могли повесить вот там вот повыше. Всегда повыше этого больше. Мощности больше. Подожди, здесь поставим, да он будет. Зачем? А ты не надо. Вот просовывай. Вот, просовывай сюда. Сейчас я выйду туда и покажу тебе, что делать. Вот теперь приподнимай свою сторону. Вот так. Вот как. А вот этих мешает. Приподнимай вместе с ней. Зеленый, а потом приезжал в красный. Сейчас посмотрим, может посмотрим. Быть, вот эту вот головку поменять. Что это? А головку эту не надо настраивать? Ее только так немножечко подвернуть, если что. А-а-а. Да и все. Сейчас мы посмотрим. Главное, чтобы сигнал пошел. А-а-а. Приемник в порядке. Я вчера возил. Зачем? Ну, антенну можно на короткое отрезание сделать. Там такой у меня сигнал вообще не возьмет. А ну, иди включай. А ну, иди включай, Лешек. А он включен, ты тут не видишь? Не видишь. Иди, иди. Доброе утро, дорогие друзья. Доброго вам утра. У нас утро. Лёша к нам приехал. Попробовать настроить телевизор. Посмотреть, ветки мешают ли. Или что мешает. Вот меняли головку. Что-то она вообще ничего не это не пашет. Так, а я вышла. Хочу посадить огурцы. Сегодня Николая. С Николаем вас. Всех Николаев с праздником. Николаевичей. Николаевных. Сегодня у нас среда. Красота. Говорят, на Николая надо, или до Николая надо посадить огурцы. Надо посадить сегодня. Вечером невозможно. Вчера вышла почистить клумбочки свои. Вечером вот эти вот бочки почистила. Две вот эти клумбочки почистила. Две, а вон еще остались. Не смогла. Комары не дали. Туча просто их. Как налетели... Это вообще, и ничего, побрызгалась от комаров уже. Потом пошла духами еще побрызгалась. Да нифига, им пофиг вообще.
пришлось мне ориентироваться. Вот так. Ушла. А сегодня, думаю, вот с утра. Но с утра уже у нас жара, уже жарко. Так, курочек выпущу. Пускай погуляют немножко. Да, цыпа-цыпа. Идите погуляйте. Идите погуляйте, давайте. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Педро, зови всех девчат. Зови, зови. Где еще две? Сидят, наверное. Ой-ой-ой, Педрита. Ой-ой-ой. Так. Две сидят друг на дружке. А там ласточкино гнездо у нас. Вот. Ну, пока не сидят, наверное, готовятся. Цыпа, 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 цыпа. Идемте, цыпа, цыпули. Пойдемте, идите гуляйте на травку. Давайте. Цыпа, цыпа. Так, ладно, надо идти, да заниматься делом. Оно потому, что все жарче и жарче. Да, Лизуня, надо посадить мне эти бархатцы свои, высадить уже. Доброе утро всем, ребята. Доброго утра всем. Еще раз. Да. Ровно держи. Выше и ровно. Я имею в виду вот так ровно. Вот. Так уже не видно. Так выше подними. Чуть наклон. Вот. 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 Я начинающий оператор. Какой ты начинающий. Ты не заморачивающийся оператор. Мне можно ошибаться. Доброго вам еще раз утра. У нас уже жарко, ребята. У нас уже жарко, но мы работаем. Потому что вечером работать, ну, никак. Лучше работать на солнце, чем потом тебя комары съедят. Да. Вот. Поэтому потихонечку, не спеша. Сейчас немножко поработаем, потом пойдем отдохнем. Да, Лешик? Угу. Да. Ну, потом еще поработаем. Будем заниматься. Может быть. Будем заниматься. Будем заниматься. Пошел на грядки. Чего ты там посадила? Там, на грядке. Лешик. Ой, Лешик. Вот огурчики, ребят, посадили. Это как в том году? Ой, вот такие уже огурчики. 10 штук, Лешик. Ну, а в том году один. Ну, вот, все, в этом году меньше. Ну, спасибо тебе. Как она в том году? Ой, маленький, мой маленький. Он умрет, как он разросся. Капец, я устал собирать. Вот такие вот у нас огурчики. Да, сейчас там перчики посажу. Острый, острый перчик. Давай. Тут и там. Он будет мешать, теплицу будем накрывать, он будет мешать. Ничего, согнется. А этот не согнется. Ты видишь, что ты снимаешь? Нет, ты смотри, я тебе говорила, ты смотри через камеру. Через камеру на все смотри. А то у тебя камера смотрит туда, а ты смотришь туда, куда надо. Не можно ошибаться. Да? Что вы говорите? Ну, иди, сажай, ладно, пошел я. Занимался. Вот такой оператор, Лешик. Иди, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Иди, иди. Пошел. Иди. Как же приятно, ребята, работать в такой красоте. А? Хоть и тяжело, хоть и как-то вот хочется побыстрее закончить. Дрова. Лешик мне копает грядку. Здесь будут тыквы. Тыквы и кабачки. Фух. Не, надо мне еще посеять кинзу. Кинза у меня еще не посеянная. Вот.
Вот эти травки хотела посеять. Я уже замахалась их сеять. Что? Каждый год сею. Душицу. Ну, розмарин уже я давно поняла, что он у нас расти не будет. Всякие вот эти вот травки, приправки. Так, а я посеяла там, посадила салат. Не знаю, жара, конечно. Поднимется он, не поднимется, не знаю. В час нам обещают дождь. Может, пойдет. Перчики. Ну, тут Лешек показывал вам огурчики. Вот, да? Такие вот у меня уже огурчики. Вот, здесь три перчика острых посадила. Там дальше у меня горох. Вот, между огурцами и горохом посадила перцы острые. Здесь вот еще острый перчик посадила, 6 кустиков. Вот. И там он айсберг. Да поднимется, он живучий. Вот осталось у меня, сейчас тут прорвало мой Лешек. Сейчас пойдем кофе пить, да? Или просто водички. Тут вот прорвало салат, тут у меня этот айсберг посеян. На рассаду я его посеяла. Ну, спрошу у девчат, может, кому-то надо будет. Вот, и здесь сейчас потыкну 2 огурчика. Пускай растут в тепличке. И там вот, где редиска, еще 2 тыкну. 4 огурца в теплице, я думаю, хватит нам. Ну, а что мы? А что мы? Что? А? Ай ты, молда! Молда! Ай ты, молда! Ты, иди в тенечек. Давай, иди в тенечек. Так, сейчас, Лешек, кину 2 огурчика и пойдем кофе пить, да? Да, это надо выкапывать лопатой, такой обычной, по краю. Вот сеяли же, мы тут сеяли горчицу. И все равно, вон трава прет. Надо было еще осенью, ой, весной посеять, и пускай бы тут росла. Ну, такие вот мои огородники. Дачники. Да и ладно. Ладно. Ты моя. А? Что ты выкопал? Ё-моё, я же его только посадила. Вот далеко же. Вот далеко я и посадила. Это же Ромка мне прислал. Лук, лизун. Ну, иди сажи. Пойду посажу. Ты же мне не сказал. Все, ребята. Капец. В такую жару работать невозможно. Вечером невозможно комары. Когда ж тогда дело делать, а? В 5 часов утра надо вставать. В 5 часов утра тоже комары. Лешек, кофейку. 30. Плюс 30 в тени. Не, хватит, ну его. Вот это вот все дурдом этот. Может, чуть спадет температура. Леша помог занести сюда этот. Вот можно красить. Можно красить. Ой. Это невозможно. Не. Это невозможно. Дурдом какой-то. Тридцать в тени. А что летом будет? А скоро лето. Гляньте. Да пускай оно там пропадет пропадом все. Чтоб я там лазила, вот так вот себя гробила. Еще вы говорите засадить гектар картошки? Ой, да ну, вы о чем? Ну, кто пишет, засадите. Почему вы картошку не выращиваете? Не садите картошку, лук не садите, морковку. Да нафиг оно надо все.
Да. В такую жару. То жара, то холод, то комары. Не, мы для этого не созданы, да, Лёшек? Нет. Сейчас немножко отойду, пойду. Надо голову уложить, а то я как чучундра. Фух. 11. Как там в анекдоте? Иван как? Петрович засадил картошки, выкопал на 5 мешков. Ага. А, сейчас забыл. Ну, в общем, короче, выкопал 5 мешков. Продал, на те деньги купил лекарства, да? Нет. Выкопал 5 мешков бесплатной картошки, а потом на 100 тысяч лечился от Астрахандзура. Ага. Ну, смысл в том-то, да. Насадить картошки, продать, а потом накупить лекарств. Чтоб лечиться. Фух. Да. Пропади оно все пропадом, ну его не хочу. Вот это вот есть, вот посажу, не посажу, да и фиг с ним. Да нет, я, конечно, посажу. Что мне там осталось высадить эти? Ну надо, ну Лешику надо грядки вскопать. Ну, по вечерочку, может. Или завтра с утра. Завтра решили с утра пораньше встать. Часов 5. Ну, это что же? Ну, я не могу себя заставить каждый день вставать в 5 утра. Не могу. Потому что я рано спать не могу ложиться. Я хоть и лягу, я вот лягу в 10 часов. Я вот до 12, до часу я буду лежать с вот такими вот глазами. Я не усну. Говорят, там ложитесь в 10 спать, это полезно, самый такой сон. Ну, а если невозможно уснуть? Не все люди могут уснуть. Вот Лёшек может, Лёшек и в 8 часов, 7:30, солнце еще светит, он шторы закрывает. Ну что, я пошел спать. Да, Лёшек? Да. Ну, а я не могу. Причем Лёшек только лёг, все, уже сопит, храпит, все. Так, ладно, сейчас немножко остыну, приду в себя, а потом посмотрю, надо что-то испечь. А мы испечем этот тающий снег, наверное, и быстро, и просто, и очень вкусно. Помните, печеньки я пекла, тающий снег? А почему? Потому что нам надо... Сережа звонил. Сережа, вот из Крыма, который приедете, приехал. Я вам говорила... Так, ну-ка я попробую сейчас поставить. Вот так. Я вам говорила... Приехал из Крыма Сережа. Он был у нас, вот когда мы собирались с ребятами, по поводу чего, я не помню. Теплицу обмывали. Я вам говорила, что приехал из Крыма человек. Вот, человек. Ну, как еще сказать? Сергей. Да, родители жены его жили в Бедлице. Вот, а он приехал из Бахчисарая. И вот он был на Пасху у нас, тоже мы отмечали. Потом мы в монастырь ездили тоже, он ездил вместе с нами. Вот. И вот вчера он позвонил, говорит, жду вас с ответным визитом на чай с блинами. Говорит, у меня есть хороший рецептик блинов. Вот. Ну, если что, я у него спрошу, какой рецептик. Ну, и он там, в общем, занимается ремонтом. Говорит, вроде так вот все сделал. Вот приедете, посмотрите и на чай с блинами. Ну, хорошо, поедем. Надо вот что-то испечь. Вот я, наверное, тающий снег сейчас побыстречку испеку. Оно такое вкусное, им не стыдно его угостить. Вот. Да. Так что так.
потом еще Лешику испеку. Фу. Ой, ребята, не, это уже нам противопоказано. Так, такие аттракционы, ну их одно место. Так вот. Ладно, сейчас немножко отойду. Уложу голову, пойду. Отойду, пойду. Вот стихами говорю. Есть чем заняться. Надо занавески пошить. Вот. Надо что-то испечь. Можно идти красить буфет. Но на улице там жарко. Там пока еще солнце на террасе. Потом пойду. Потом когда-нибудь. Вот. Вот вышли, что мы там? Ну, часа полтора я поработала. Не больше. И вот. Ладно. Фух. Ну вот, солнышко спряталось. И нормально, да? Лёшек выбирает. Так, ушли из-под ног. Лиза. Здесь вот. Да ты мелкие не выбирай. Нафиг они надо, мелкие. Земля тяжелая какая-то. Надо было посеять горчицу весной. А мы с осени посеяли, думаем, хватит. Угу. И руками не залезешь, блин. Вот твердая, да? Деревянная. Деревянная. Вот как Лешек копает чудо лопатой. Говорят, вот это вот еще лопата хорошая. Как у Леши. Видел вот это с такими зубьями закрученными. Торнадо называется. Ну и что же, надо сначала вогнать, а потом вытащить. Тоже усилия нужны. Да. Так, тут посею кинзу. Здесь надо капитально. Гречку. Гречку. Горчицу. Да. Ну, теперь будем знать. Теперь... Ну, на грядках лучше там, да? Конечно. Ну, мы туда добавляли сколько этого компоста. Ну, а здесь ни разу. А здесь ни разу. Сюда тоже надо. Сюда тоже надо. Я, да, не могу поддеть. Мне руки вот эти не хватит. Совочек надо. Совочком. Дать совочек? Давай. А? Давай. Давай. Салаты мои что-то полегли под солнцем. Ну ничего, они поднимутся. Где совок? Вот. Вот совочек. Вон еще два огурчика посадила, видите? Между салатиками. На, попробуй совком. Угу. Так, а что у меня здесь? Вот это вот. Один в один залезли. Чё ты сюда залез? Боже, знаешь что? Чё? Вот эту хрень пассатижи разогнуть. А? Разгнать сюда пробку из-под шампанского. Не знаю. Вот это очень неудобно, да, в этом совке.
Оно очень давит. У меня постоянно тут мозоль. Ну что, не железку. Вот на ладошке. Оставили. Железку оставили. Конечно. А чем нажимать? Вот копаешь чем? Ладошкой. О, как. Это не камень. Так, ладно. Это там что делать? Сажать что? Землю. Землю надо навозить. Мы сажали вот осенью. И что? И ничего. Комарики. Солнце спряталось, комары, да? Да. Так, ладно, надо нарвать петрушечки на обед. Да? На что? На обед. Все, Лешек ушел. Да, ну, даже. Комары достали. Да. Солнце спряталось, комары. Солнце светит, жарко работать невозможно. Вот, проблема, да? Вот, да. Митяй пришел. Где ты был, Митяй? Спал. Вот так. Вот. Сюда пришел поспать, да? Да. Сейчас пойдем обедать. Ой, я хотела еще чесночка. Чесночок надо перечистить. Выкопала там он в ведре стоит чеснок. Сейчас почищу и этот в холодильник зелененького чесночка. Ну тот куст зеленый выкопала. Там же огурцы посадила, ну который ты говорил. А, здоровый. Да. Надо красить. Главное, в этом написано по прогнозу 23 градуса плюс 23. Сюда пришел. А на самом деле, ну сейчас солнце спряталось, вон смотрю, 26. А было же 30. Что ты там нашла? Лель, Лель. Что там нашла? А? Закатилась, наверное, это корм между досками. Лилюшка, два ушка. Топ, 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 топ. Что ты? А? Так, ладно. Сейчас почищу чесночок. Не знаю. Наверное, если здесь нет. Ну да, наверное, есть. Они же, наверное, на запах чувствуют, летят. Или на тепло, или на запах. Тут постелили вон это пресс-картон. Ага. И улавливать их, да? Нет, пускай там пылает. Угу. Вот чесночок, петрушечка. Сейчас, может, салатик сделаем. Там есть огурчик, помидорчик. Или так порежу. Лешик, хочешь салатик сделаю? Нет. Не хочешь? Да, так? Прикуску лучше? Ну, смотри. Пойдемте, девки. Девки, пойдемте. Лиля, пойдем. Пойдем, пойдем. Что-то ты как пьяная идешь уже. Давай. Давай, 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 давай. Давай, кто тут у тебя комар сидит? Или кто тут комар? Да. Пойдем. Давайте домой. Давайте, пойдемте. Давай, 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 давай. Лиза. Давай домой. Все, кушать идем. Кушать. Давай, пойдем. Вот так. И комары следом летят. Закрой дверь. Как собаки летят, да. Все, пойдем.